Освободительный протест «Бастандык» крепко забивает крышку гроба режима. Когда Мухтар Аблязов объявил о возмещении ущерба протестующим, был запущен необратимый процесс крушения режима. Всем тем, кто участвует активно в акциях по смене режима, именно тогда, когда мы добиваемся победы, это наступит день очень скоро, всем тем, кто в этом участвовал активно, выплатить компенсации. Народ будет управлять страной и вернет украденное. 10 тысяч долларов получит каждый, кто протестовал на площади в день отставки Шала. Всем, кто пострадал от рук режима на акциях ДВК за последний год, возместят 1 миллион тенге. 100 тысяч долларов получат политические заключенные и семьи погибших в Жаназене. Это вклад в будущее, а не приз. Новое правительство перераспределит национальный капитал, вложит деньги в народ и сохранит их в стране. Каждый митинг стремительно приближает к победе. Мы победим воровство и вернем народу то, что украл Шал. Казахстану нужны герои. Время преодолеть страх, рискнуть и выйти из тени. Герои живут среди нас. В течение 2 месяцев после смены режима правительство ДВК выплатит компенсации и 10 тысяч участникам протестов. Герои протеста и возмещения правительства станут вкладом в будущее страны. Так правительство приступит к первому этапу развития Казахстана. Первые 4 года работы правительства демократического выбора Казахстана предполагает, что мы только нагоним такие страны, как Литва, Латвия и Эстония. Мы народ великой страны Казахстана. У нас есть выбор. Шалкет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.